Шпротос появился в приюте перед Новым годом. Он и еще один котик жили у дома неравнодушной женщины, которая их подкармливала. Животные заболели, она принесла их в клинику и оплатила содержание. Один не выжил из-за панлейкопении. Шпротос перенес заболевание гораздо легче. То есть у него уже закончился курс лечения, он пока еще не кастрированный, но это в скором времени ему предстоит. Также ему предстоит вакцинация, то есть ему порядка года, может быть полутора, но не больше. У него из-за того, что он перенес такое заболевание, он остается носителем, то есть его можно только единственным котиком в семью. Шпротос очень ласковый и красивый кот, его можно забрать сейчас или забронировать и дождаться вакцинации. К лотку питомец приучен. Еще один постоялец приюта – трехлетний Усик, или, как его в шутку называют, Эркюль Пуаро. Когда он был котенком, его спасла волонтер и пристроила в семью. Недавно хозяйка умерла. Усика забрали обратно в приют. Для мягкой адаптации после квартиры его поселили в комнату кототерапии. В один прекрасный момент наш волонтер заметил, что он стал плохо кушать. Он даже отказывался от влажного корма, который всегда ел с большим удовольствием. Мы стали проводить обследование, брали анализы крови, сделали УЗИ, и в итоге УЗИ показало, что у него проблемы с печенью, у него липидоз, это заболевание, при котором жировой слой образуется вокруг печени, и вероятнее всего это связано с тем, что в семье кормили не совсем правильно, вероятнее всего это была там еда из-за стола. Усик болел тяжело, но благодаря неравнодушным саровчанам удалось собрать средства на лечение в Арзамасе. Сейчас кот здоров и даже нашел себе подругу в стенах приюта. Усик взрослый, спокойный кот, который не будет устраивать активных игр и разносить квартиру. Единственный нюанс – кормить питомца нужно будет спецкормом. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 908 762 09 51 или пишите в группу приюта ВКонтакте. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.